Привет! Вы смотрите обзор одного из самых производительных Android-смартфонов с поддержкой двух сим-карт – Acer Liquid E2 Duo. В дизайне Liquid E2 видны общие для последних смартфонов Acer дизайнерские элементы. В частности, новинка очень похожа на более раннюю модель Acer Liquid E1 Duo. Смартфон будет выпускаться в двух цветовых решениях – черном и белым. Нам удалось протестировать оба варианта. Прежде всего, мы обратили внимание на волнообразную решетку разговорного динамика. Она стилизована под смайлик и окрашена в красный цвет. Над экраном находится логотип Acer. Слева от него расположены датчики уровня освещенности и приближения, а также объектив фронтальной камеры. Под экраном находятся три стандартные сенсорные кнопки, причем центральная клавиша «Домой» обозначена специальной пиктограммой – кольцом. Лицевая панель окантована чуть скошенной пластиковой полоской. У черной модели она глянцевая, а у белой матовая. Слегка изогнутая линия боковой грани делает смартфон более утонченным. Она проходит по периметру всего корпуса. На правой боковой грани находится сдвоенная кнопка регулировки громкости, а клавиша включения и разблокировки расположена в верхней части устройства. Задняя панель выполнена из soft-touch пластика. На ней размещены основная камера, вспышка, микрофон и круглые решетки симметрично расположенных динамиков. Там же находится глянцевый логотип производителя. Под крышкой прячется аккумулятор, а также слоты для двух сим-карт и карты памяти. При толщине менее 1 см весит смартфон 140 грамм. В Liquid E2 Duo используется 4,5-дюймовая IPS-матрица с разрешением 540 на 960 пикселей. Экран обладает натуральной цветопередачей, а благодаря хорошему запасу яркости изображение на нем хорошо различимо даже при падении прямых солнечных лучей. По умолчанию в этой модели используется клавиатура Swipe. Все кнопки сделаны достаточно крупными, а при необходимости вы сможете вводить текст, не отрывая руки. Два стереодинамика с алюминиевыми круглыми решетками выдают громкий и качественный звук. В настройках присутствует пункт DTS Sound. Там пользователь сможет настроить высокие и низкие частоты, а также выбрать настройки эквалайзера для воспроизведения музыки и видео. Но чтобы по достоинству оценить все прелести саунда, рекомендуем слушать музыку через наушники. Смартфон работает под управлением операционной системы Google Android 4.2.1 Jelly Bean со стандартной оболочкой и получил лишь несколько фирменных виджетов от производителя. Набор предустановленных приложений точно такой же, как и в модели Acer Liquid E1 Duo. Для обеспечения высокого уровня беспрепятственности в смартфоне установлен 4-ядерный процессор MediaTek MT6589 с тактовой частотой 1,2 ГГц, мощный графический процессор PowerVR SGX 544MP, 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ флеш-памяти, из которых пользователю доступно порядка 2, но эту память можно расширить с помощью карт microSD. В синтетических тестах смартфон не показал высочайшую производительность, однако на фоне конкурентов его результаты выглядят весьма достойно. Кроме того, во время использования мы не заметили ни единого зависания или лага. Таким образом, Liquid E2 Duo справится со всеми поставленными задачами – веб-серфингом, воспроизведением фильма в высоком разрешении и самыми требовательными играми. Основная 8-мегапиксельная камера оснащена вспышкой и автофокусом. Она снимает фото в максимальном разрешении 3840 на 2160 точек. Камера очень быстрая, а фокусировка прикосновением пальца к экрану выполняется практически моментально. При необходимости вы сможете снять серию из 10, 20, 40 и даже 99 фотографий. Пользователю не нужно тратить время на переключение между режимами. Интерфейс приложения камера будет одинаковым как для фото, так и для видеосъемки. Слева расположена полоса прокрутки, на которой находятся пиктограммы дополнительных режимов, такие как HDR, панорама, автоматическая съемка при обнаружении улыбки, а также брекетинг экспозиции. В меню настроек можно изменить экспозицию, баланс белого, наложить цветовые эффекты, а также отстроить чувствительность ISO. Качество фото вполне приемлемо для отправки в Instagram и социальные сети. Кроме того, смартфон снимает видео в формате Full HD. Набор интерфейсов и разъемов стандартный. Здесь присутствуют модули Wi-Fi и Bluetooth, а также порты microUSB и мини-джек для подключения гарнитуры. Съемная литий-полимерная батарея емкостью 2000 мАч обеспечивает хорошее время автономной работы. В режиме полной загрузки смартфон проработает 8 и даже 10 часов, а при умеренном использовании смартфон продержится до 2 дней. Если пришло время заменить ваш старый Dual SIM, мы рекомендуем обратить внимание на Acer Liquid E2 Duo. Он обладает всеми преимуществами современного смартфона – большим дисплеем, высоким уровнем производительности и длительным временем автономной работы.